Леша, с победой, тяжелая Виктория, твой комментарий по горячим следам. Спасибо большое, тяжелая игра была, я считаю, во втором тайме мы немножко добавили, и вследствие этого, я думаю, получилось вырвать победу на последних минутах. Показалось ли тебе, что этот матч был похож на матч первого круга, когда также Динамо Брест имело преимущество в первом тайме, но во втором уже тайме команда собралась и показала футбол, но в отличие от этого удалось победить уже? Кстати, да. Я думаю, по тому же сценарию мы играли, и плюс-минус на такой же минус, я думаю, забил Эфаги в прошлом матче, но мы играли в Бресте. Да, и атмосфера была похожая, поэтому да, было такое. Только в этом матче удалось нам выиграть. А для тебя это дебютный гол за футбольный клуб Гомель, и на самом-то деле так затянулась такая голевая засуха. Какие ощущения, и как сильно, может, психологически тебя давило то, что ты не можешь забить и не можешь набрать голевых очков? Честно, да, это мой один из самых долгожданных голов, потому что и моментов хватало, и никак не получилось в первую очередь помочь команде, ну и свое результативное действие сделать. Поэтому очень рад, я думаю, немножко груз с плеч упал, я думаю, дальше будет больше. Да, весьма необычное празднование в том плане, то, что побежал ты к семейке запасных, и, знаешь, не как все футболисты главного тренера, побежал тренер по физподготовке Сергею Лошкевичу. Почему именно к нему? Да, с Валентиновичем, потому что мы очень много общаемся, часто индивидуально занимаемся, я ему благодарен, поэтому я ему отдал должное на то, что занимается мной. Впереди тяжелый матч с Жодинским Торпедо Белас, а также Жодинский клуб не чужой для тебя. Как будет команда настраиваться и как лично ты будешь так ставить свои цели, ну, для того, чтобы продолжить свою, скажем, голевую серию? Да, для нас, я думаю, каждый матч непростой. Сейчас плюс-минус все одинаковые соперники. Будем также настраиваться, играть на победу и, думаю, порадуем наших болельщиков. Прекрасная победа в плане эмоций, в плане игры самой, потому что, ну, во втором тайме я скажу так, что мы очень хорошо действовали, полностью переиграли соперника, в первом тайме немножко, так сказать, не получилось у нас, во втором мы перестроились немножко тактически и полностью владели инициативой, плюс болельщик нас погнал очень сильно вперед, и в итоге победа довольно-таки заслуженная. До первого гола Алексея Кинцелевского были еще моменты, например, когда Роман Девоскиба не забил. Что не хватило для того, чтобы раньше сравнять счет? Реализация обычная, просто вот и все. Там больше другого объяснения нет. Для тебя сегодня уникальное событие. Ты забил 1000-й гол Гомеля в высшей лиге. Как для тебя, как для воспитанника гомельского футбола, важно это событие? Ну, я же, понятное дело, не знал, что мы там приближаемся к отметке 1000-й гол. Ну, забил 1000-й гол, какую-то определенную историю попал, особенно как воспитанник. Замечательно, но больше ничего не могу сказать. И как тебе атмосфера сегодня на стадионе? Супер, супер. Мы от этого ожидали такую атмосферу, потому что мы понимали, что Динамо Брест тоже славится своими определенными болельщиками и знали, что Гомель постарается, и не то, что постарается, а перебил их по эмоциям, по желанию также их победить, и это передало желание нам, и атмосфера просто прекрасная была.